че ты несешь? Готов. Че ты уже выдумал себе? Я несу позитив и радость. Это и радость и позитив бред. Несут тебя. И немножечко чушь. Но в основном позитив и радость. Я так понял, шлемы не исправят, да, уже? Не знаю, ты можешь исправить шлемы со следующей новостью. Так, да? На контакте. О, чё? Что? В смысле, прям туда надо лететь? Ох, я бы сейчас долетел, если бы туда летел. Я бы тоже долетел, если бы летел туда. Блять, а я прям вот об угол ударился. Так, сейчас проверю, Вира, что там. Чё-то молчит. Прям чуть-чуть. О, я допрыгнул. А я допрыгнул. Ну тут легко. Конечно, легко, вообще. Изи. Тут об эту, а первый выступ или от Да ну. Тут об первый выступ или об второй. Кто-нибудь знает, нет? Опять все молчат, блять, молчуны, сука. Боум. Спасибо, Кирюха. Да что так? Ну надо вперед просто как-то полететь, да, а мне вверх летит. Что тут надо? Ну давай! Дай. Ой. Ой, ой. Что-то пошло не так. Высоко, блядь. Высоко ты взлетел, высоко. Вообще видел, да? Мощь. Видел всю мощь туриста, блядь. Это я могу, блядь. Ой, почти. Ай, блин, сейчас получится. Да ну, я прям мощный, как и ты. Что-то белое улетело куда-то. Я да, я не попал в синий контейнер, голубенький. И капец. О, да ладно, блядь, наконец-то, ёбана. Пиздец. Фух. Есть. Потно. Короче, да, Хардос, я так, как ты говорил, сделал. На низких дыбах, на этот. На низких опускающихся, да. Бля, да как тут. А я вот или на первом куплю, или на последнем. Отталкивающая стенка. Тут, короче, ребят, стенка отталкивает немножечко. О, да ладно, блядь, заехал. Сильно. Опа. Эй, стой, сука! Блядь! Нет, тут, ну, в принципе, нормально, но если зацепить байк, то может снести. Так, ладно. Стой! Еть! Фух, капец. Ого, на трубу! Охренеть! Офигеть! Охренеть! Ты прям, да, что-то у тебя поток слов такой. Нереальный. Да... Просто не охренеть? Как. Или офигеть. Или офигеть. А, офигеть все-таки. Офигеть. Ай, блядь! Ёбаный дурак! Сука! Да тут при. Да тут лучше, я тебе говорю. Тебе понравится. Да блин! Говно! Не приезжай сюда. Говнище. Ихэм. Эй, стой, блядь. Ёб твою мать. О, пролез, блядь, нихуя себе. Ой-ой-ой, чё-то я. Как мне теперь?
А, вот так, все нормально. Опа. Как вы, ребят, тут падаете, вот где мотоцикл стоит? Тебя просто научить падать? Дыбы и shift. Чё? Тебя что падать научить? Ну да. Да нет, тут просто... Есть, наконец-то добрался до этого уровня. Яичный прыжок такой. Яичный? Это ты так меня ждешь, да? Да. Ай-яй-яй-яй. А, вниз что ли надо? Так, да, вниз падаешь на рампочку и там дальше по сбоку, по тане, по всяким. Я уже увидел все, не объясняй. Я тут, значит, на 21-м дыхании пытаюсь пройти, а он уехал. О, есть! Так. Капец, а как там? Как там? Просто, ну ты как это? Труба? Как там остановиться? Ты ж impossible. Труба шатал? Офигеть, да, вообще, Андрюха? Что нет? What the fuck? Это дерьмо сбрасывает? Там стена сбрасывает, нет. Офигеть, там да? Там в стене текстурка стены, она скидывает. Да тут... О, лавка, добрался, блядь, до лавочки. Сука. Угу. Если бы хотел, чтобы кот тебе тапочки приносил, там, не знаю, делал тебе кофе или чай, надо было собаку завести. Зачем? У тебя собака умеет делать чай? Да. Андрюх, я тебя, блин, разочарую, но это не чай. То, что делает это собака, чай. Это по-другому называется. Не пей это. Блин, началось. Понятно, шуточки про... Ой, блин, Андрюха. Ну все, да. И вообще для этого надо на улицу выводить. Как бы. Да, 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 конечно. Очень смешно. Это очень смешно, конечно. Эй, в бок, блядь, рулю, а она не рулит. 41 минута мы застряли в каком-то теле. Да нормально все, пройдем. Я думал, мы на первом застрянем на 3 часа, видишь, зашли, блядь, прошли за 40 минут. Ну, здесь, значит, застрянем. Ничего страшного. Стой, стой! Главное пройти. Главное же пройти. Ну че ты... Да че там пройти-то? Да все пройти, гонку пройти, паркур. Да пройти, блядь, ну когда ты? Ну вообще... О, остановился, блядь, на этой хуйне. Да, все, я взял. Я взял. Ну, я всё. Красавчик. Капец. Так, что там, что? А, да, так. Финиш. И шифтесик, да. Что? О, иди паркур. А, шифтесик от этого и в бок, да? Что я такое? Понял. А, капец, я уже почти там. О, если попасть, в палатку блядь. Внутрь запрыгнуть, получится что-нибудь из этого? Блять. Что? Тут какая-то невидимая хуйня еще торчит. Блять, тут еще невидимая какая-то поебень, смотри. Смотри, какая она высокая. Я-то думаю, что не так, блять, чего она, сука, не прыгает? Тут высоченная какая-то хуйня. Она вся такая? Да, она вся такая, ебать. Пиздец, нихуя она высокая, блядь. Она выше, блядь, в 3 раза. Теперь понятно, блядь, как дыбы поднимать хотя бы. Да блин! Да. От этих педиков. Ну а чё они там? Куда ты знаешь, что они педики? Я всё знаю. О, запрыгнул, блядь, охуенно, всё, легко. Так. Да, серьёзно. Да, Серёжа. Бесит.
Просто бесит это место, самое дебильное место вообще. Почему там, где я шифт-тест взял, там нет объезда, блин? Есть, запрыгнул, блядь. О, Хардес, я к тебе. Опять? Да. Мне на тот трамплинчик надо. Вау, блядь. Конечно. На. Вот тут я был. Че, взял? Ты за... Он за... Бай-бай, неудачник. Блин, я не остановился! Я запрыгнул! Блин... Теперь я вообще последний. Пошел ты! Да, предпоследний ты. Оп! Охуйте, взял. Что это было? Вообще, а, остановиться надо, блядь. Ёб твою мать. Я полетел. Прыгать, блядь. Я просто. А там надо остановиться, оказывается. Ой, недолёт. Вот, просто умный. Серьёзно. А, это по трубам это... можно ехать, да, я понял. Спасибо. Так, блять, как на них спрыгнуть-то, сука, отсюда? Чё, блять, как? А лавочка нахуй? Я чё-то не понимаю ничего. Блять! А, в смысле надо? Че так сразу сети не веришь? Ну, а стенка отбрасывает, плюс лавка, ну, ты. И че мне это даст, я что-то не понимаю. Ты стоял на трубе. Я не останавливался, там не остановился на этой штуке. Вот как ты хочешь сказать, что я это прошел? Ты стоял в то время на трубе. Меня там не было на ней. Да блять, скинул вас, сука, с трубы. Как я по-твоему это прошел? А, надо сразу приземлиться, блять. Двумя колесами на трубу. На две трубы. Ёб твою мать, нихуя себе. Ну это да, это я, блядь. Купать. Так. Блядь, как тут, сука, запрыгнуть на эти ёбаные трубы, а? О, запрыгнул. Да, вот такой же вопрос, как запрыгнуть на эту гребаную трубу, а потом на лавочку. Ну почти. Дебильное место. Тихо. На лавочке остановись, на лавочке, пожалуйста, пожалуйста. Остановись, да, блядь, я взял, вообще блядь. Не долетел. Ёб твою мать. Да залетай ты давай. Ой. 79 минут. 79 минут. 9 чекпоинтов из 23. А у меня 5. 10. Чё? Боковая лесенка? Это прям так наискосок ехать? Вон чекпоинт. Боковая лесенка ты как? Да, лесенка в бок. Под углом ехать, ровер? И кроме тебя никто нихуя не подсказывает. Спасибо. Так, блядь, только... Что-то как-то странно. Блять, что, менять разрешение? Блин, это самое дебильное. Поменяю, хули делать, блять. Не дается лесенка. Квадратик.
Еще такой квадратик мизерный. Пиздец. Все, запрыгнул, блядь. Сарда, знаешь, честно говоря, я... Вот ты сейчас так сказал, мне так хочется врезать тебе. Честно. Такой интересный момент, вокруг здания катаешься. Ну да, слушай, у нас тут вообще прямая. Ты сволочь. Ничего. На ровном месте. Умер, не долетел, вот опять. Катаюсь вокруг здания. Ну ты ничего не говорил вообще. Короче, лесенку на 800 на 600 я прошел. А дальше что? Что надо сделать? Просто. А, спрыгнуть по трубе. А, на этот. А, я понял. Остановился я. Ой, блять. А как стой! Туда прыгнуть? Тихо, 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 тихо. Да. Серьезно? Ой, может какой-то объезд есть, хотя хрен. Нету. Нету, проходи как положено, давай. Да я уже все, уже просто задолбался там прыгать. Какие мы нежные. Я серьезно. Прыгай давай. Не хочу. Хочешь? Нет. Че на следующий паркур? Давай же проходи, ему. Оп. Сейчас прохожу. Мне осталось 11 чекпоинтов. Всего. 97. Ой, что? А, вот на эту тоненькую. Все, понял. Нет? Нет, я сразу такой родился. 32-летний с бородой, блядь. Ё-моё, жёл. Ничего себе. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, блин. Ну, что-нибудь скажу, да? Тяжело было тебе рожать. Так, чё, что? По этим штукам лавочка. Ага, и туда. Ой. Эй, бля. Там уже весь Ютуб пересмотрел, наверное. Он его ест, а не смотрит. Да, съел весь Ютуб. А чё, куда дальше? Где чекпоинт? Ютуб! А где чекпоинт? А, наверху, блядь, по этой штуке надо заехать, я понял. Не ври. Я видел это. Я тебе говорю. Обычный сюрприз. И главное, я так понял, прикол, знаешь в чем? Если вот стенка офигенная, то и шифтес у тебя будет получаться офигенно. Потому что, блин, Ровер там про свою личную жизнь рассказывает. А, ну это... Это ты молодец. Молодец. Ну поехали вверх. Поехали. О, запрыгнул, блядь. Просто запрыгнул. Без всяких шифтесов, блядь. Да. Так, чё? А заборчик? Дебильных шифтесов. Заборчик, ваш. Заборчик. О, тут тоже можно шифтес сделать. Но тут разгончика нет. А я попробую. Блин, если я сейчас здесь сделаю шифтес, так я пройду эту хрень. Не пройдешь. Ну. О, допрыгнули, блядь, наконец-то. Да. Так, значит. Сюда, теперь сюда, теперь сюда. Здесь тоже по кругу, что ли? Оу, что, блядь? Ла-ла-ла-ла. Чё? Приключения Мурзилки. Чё, какие приключения Мурзилки?
Ну, Мурзил, да. Есть такой персонаж. Иди погугли, если не веришь. Мурзилка. Мурзилки в мат. Спирит на Т. Я уже просто пилил. Ай, ой, долетел, блядь. Конечно, хули мне, блядь. Буду 800 на 600, блядь, мыльцы записывать. Ой, пиздец. Так, давайте, вот там не надо уже идти. Сам давай, давай. Тебе надо, ты иди. Мы-то при чём тут? Здесь что, на крышу? Крышу, шифтесик. Так, ну ладно, тогда я пойду. Удачки вам, ребят. Слабак. Это спойдем. Скоро. Слабак. Удачного паркура, блядь. Игры. И до встречи в следующем видео. Да, всем да, пока. Подписывайтесь. Ты о чем вообще? Не подписывайтесь. Не подписывайтесь, да, на него. Блять, даже фильмов не знает. Паркур не может пройти. Ну ты знаешь, что нет такого фильма «Инсургент». Есть такой фильм, блять. Вот прям сейчас зайди и посмотри, блять. Вот прям сейчас. Есть какая машина? Какая машина? Нет такой машины, блять. Вот машины такой нет. GTA «Инсургент». Это в GTA. Машины такой нет. А машины это такой нет. Это в GTA. Это же в GTA, ты чё? Глупый, что ли? Ладно, всё, давайте, блин. Всё, пойду я. Да иди уже. Так и выхожу. А у меня уже 17-й чекпоинт. А я сейчас буду уже на финише скоро. А Андрюшка слабак. Блин, ты серьёзно? Давай быстрее. Ещё посижу. Да не сиди. Ой. Блять, сейчас сдохну. Будь здоров. Не буду. Будь здоров, не болей. Я вот не захочу и не буду, понятно? Блять, ёб твою мать. Ну окей, я ж как лучше хотел. Так, чё там, кто там? Ладно, давайте ещё. Чё там, я не знаю, я не помню. Так, и спириту на Т было, чё он там сказал? Я не помню, он что-то сказал? Чё? Спирит, ты сказал? Тампакс? Он написал Тампакс. Да. А, он еще думает. Он пошутил, а вы даже шутку не заценили вообще. Про Тампакс? Не, я поржал, я микрофон просто выключил, чтобы громко не смеяться. Слишком смешно было. Перебор уже просто. Не, ну там Тампакс это для девчонок смешно. Ну это да, естественно. Фу, так, 18-й из 23-х. Ай, блядь, не попал. На. Я сейчас даже вот... А да. Ну-ка. Да пофиг, забей. Проверю сам себя, цепь. О, добро. Так. Ну-ка. Да есть. Есть. Всё, я проверю, блин. Да, 2005 года. А. Да. Ну, апокалипсис какой-нибудь по-другому есть такой фильм. Да, ты уже говорил. Я говорил. Я говорил Армагеддон. Апокалипсис я не говорил. Так, чё, куда, где? Где чекпоинт? А, вот чекпоинт. Ну тогда на S. А, что? Чек, шифт-S? Какой шифт-S? Зачем шифт-S? Куда брать шифт-S? Чё? Да ну вылетай ты, блин. Так, стоп. Давай, мне... теперь тебе на S, давай, давай, давай. А, давай, мне давай, наверх давай, надо, давай. Что ли? На вагон? Так чё, не понял? Думай давай, есть? Что ты не понял. Чё, нет? Нет. Блять.
что тебе дать такую свободу воли, то у тебя будет все время или страна, или национальность. На букву. Японец, Египет. И понесется. Оп, взял. Так, блядь, лесенка опять, сука. Опять лесенка. Снова лесенка. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, стой, бля! Ну. Сука, запрыгнул и упал с него. М? А, моя очередь, да, на Е? Нет, ты, да, да, ты что-то... А, давай, да. Ты... На А тебе. Ты что-то там... О, какого-то... запрыгнул, подожди. Австралийского... Подожди, запрыгнул. Так, и чё? Что? Вот так? В смысле? Блядь, пиздец, страшно. Чё чекпоинт не берётся? Там же можно улететь нахер. Ай! Бредятина. Стой! Не улетел. Не, понятно, что Shift S, просто, блядь, разгон какой. Блядь, хуй его знает. На А. О, взял. Да ну... Вот в сантиметре, в миллиметрах даже чекпоинта пролетаю, и он не берется. Американцы, сериал. А, тут надо прям по бочкам допрыгать до этой хероты? Или от этой бочки прям отскочить? Ты гони с первой, начать. Ну вот я что-то пытаюсь, но что-то как-то... Сейчас попробую. Разгончик с пробела. Эть, нихера. Скорости нет. Ну давай. Есть, взял. Закончик. Предпоследний. Ура. Так, теперь чё, прыг, Shift-S, да? О, есть. Эй, бля, фух, взял. Ой, чуть не пизданулся, блядь. Чё, всё, финишируем? Или до туда еще добраться надо, да? А, чё, как? По этой синей, ой, по коричневой вот этой. Или куда? Как, блядь? Да, наконец-то. Все, финишируйте. А, блядь! Ёб твою мать. Сука. Ай, пиздец, лох. Ладно, таймер не идет. Я взял чек, лол. Какой? Лесенку? Только финиширован. После лесенки, да, 11. Я, кстати, лесенку не проходил. Блядь, нахуя? Сука, чё я спрыгнул тут? Тоже сбоку. И вперёд. А, сбоку взял, да, допрыгнул? Я чё-то не допрыгивал. Ну, я там... Я там отбежал, типа, по кругу и потом по этой боковой бордюрчик. Да. Я по нему. Очень такой интересный способ, но почти половину, можно сказать, прошло.
Финиш. Есть! Адовая гонка, блядь! Вообще пиздец какой-то. Такого мы не проходили еще. Три с половиной часа. Вообще изи. Легкотня. Даже не вспотел, блин.